Всем добрый день, добро пожаловать на канал. Сегодня у нас суббота, сейчас три выходных в Ирландии. Суббота, воскресенье и понедельник банк холидей. Короче, все ирландцы отдыхают. Ну, кто работает на заводах, стройках и прочих таких местах, а кто работает в сфере обслуживания, конечно, они не отдыхают. Но в любом случае, на эти выходные будет праздник Хэллоуин, который в Ирландии отмечают. Его отмечают нормально, дети бегают по квартирам, собирают конфеты. Завтра мы собираемся поехать в Голуи, будет большой парад. Этот парад считается или считался одним из самых лучших в Европе по Хэллоуину. То есть будет много, наверное, различных представлений. Ну, завтра мы поедем, надеюсь, погода ничего не испортит. Также у нас проходило небольшое мероприятие возле дома, в библиотеке, на территории библиотеки для маленьких детей. Там тоже была различная хэллоуиновская атрибутика, в общем, различные трупы, мертвецы, части тела, и дети должны были как бы ходить и разгадывать загадки какие-то. В общем, было интересно, я, к сожалению, не видел, но мы можем подойти, если еще ничего не убрали, может, что-то сегодня при свете дня увидим. Сейчас я еду в гараж, потому что Юля опять пробила колесо по дороге к нам. Не знаю, это уже какая-то тенденция и входит в какой-то тренд, что каждый раз, когда она приезжает на пробитых колесах. Если вы помните, в прошлый раз, когда как раз играла Россия, по-моему, Хорватия, она приехала и два колеса пробила, 50 километров от нашего города. В общем, надо было ехать вообще далеко за ней. А в этот раз она уже в городе это пробила где-то, не знаю. Короче, надо ехать и помочь ей с этим колесом. Также после этого мы поедем в одно интересное место. Мне показали видео и фотографии. Очень интересная церковь, костел. И мы поедем в нее, посмотрим, там, говорят, какие-то домики, какие-то овечьи шкуры развешаны, кладбище. Ну, в общем, хотелось бы посмотреть, это недалеко отсюда, 10 километров. Погода вроде бы небо чистое, но, как я уже говорил ранее, облака здесь летают как дым, поэтому сейчас солнце, через 5 минут может быть дождь. Ну, будем ориентироваться по погоде. Так что оставайтесь, не переключайтесь, поехали. Ну что, вот мы и приехали. Что пробито? Не вижу, что пробито было. Ну, все, колесо готово. В общем, было заднее колесо. А машину она оставила под гаражом, Юля, а тут знакомый, ну как знакомый, мой знакомый, но он-то не знает, чья машина. Он говорит, ну я вижу, машина на спущенном колесе стоит, кто-то оставил, значит, кому-то нужна будет утром. Он его просто поменял. В общем, 10 евро обошлось, чтобы починить его. Так что вот так работает. Сейчас надо ее отогнать, и все. Ну круто, круто. Ну все оперативно получилось, я даже не ожидал, что будет все так быстро. Приехала, уже колесо починено, это супер. Что это, старый? Ты похож на синяка. Да ладно, а что, ботинок дома не было? Не нашло? Выглядишь реально какой. Пришли с Димоном за вкусненьким. Идем. Да, самый вкусный отдел в этом магазине. Приехал под эту библиотеку. Здесь вчера вечером проходило мероприятие для детей в день Хэллоуина. Не знаю, поубирали, не поубирали, но вроде что-то еще осталось. Вот, смотрите, тыква вырезанная, глаза в виде сердечек. Идем, быстро пройдемся. Блин, дождь начинается. Погода просто жопа. Но мы в любом случае поедем в эту церковь, посмотрим, походим там. Сейчас давайте пройдемся, посмотрим. Да, смотрите, все еще что-то тут есть. Не все поубирали. Вход стоил 3 евро. Ну, круто выглядит. Вау. Ништяк. Завтра мы поедем на взрослый парад с головой. Ну, я думаю, для маленьких детей это было прикольно, смотрите, мешки, типа с трупами. Все охрененно, раньше такого не было, точно знаю, я пару лет уже мы сюда ходим, и было все немножко иначе. В этот раз все так шикарнее сделано, масштабней. The Butchers, мясник, смотрите, отрезанные части тела, расчлененный труп. Дед, папа мой говорит, что Кирилл боялся, тут была подсветка вечером, и он тут стремался подходить ко всему этому. Смотрите, ботинок на дереве висит. И это вот так относится к Хэллоуину здесь. Это маленькая деревня, и вот такие вот мероприятия для детей устраивают. То есть они, для них это праздник. Они его отмечают, они гуляют, они веселятся. В общем, праздник сатаны, как говорится. Смотрите, какой дьявол. Или как правильно. Кто знает правильное название вот этого черта с крыльями. Такие подобные часто на архитектуре, на зданиях есть. Пауки какие-то.
Ну, в общем, эта вся фишка была в том, что вы ходите и ищете какие-то подсказки, и надо дойти до цели, в общем, пройти весь этот парк. Я говорю, в ночи все выглядит... В день, конечно, смешно, смотрите, пленка, но в ночи выглядит все, все интересно, я уверен. Видите, вон надписи разные, в общем, по надписям надо ориентироваться, и они будут говорить, что вам и где искать. Это мы зашли с другой стороны. Вообще, главный вход вон оттуда. Идемте посмотрим. Ну вот отсюда заходили, малышня, и начинали свой путь через всю эту библиотеку. Через весь этот путь. Короче, начинается дождь, все, я иду домой. Дождемся, пока он закончится, и поедем на это кладбище. Кладбище, церковь там. Говорят, интересно. Главное, чтобы не было дождя. Я бы хотел запустить адмирала там, чтобы взлететь, посмотреть. Там должно быть красиво. Так что все, я домой. Приехали мы в Балентубер-Аби, это аббатство с кладбищем, с какими-то маленькими домиками интересными. Папа был уже тут, он показывал видео, довольно-таки интересно показалось, вот решили приехать. У меня, правда, один только зонтик, будем им меняться. Я иду пока маленький дождик, не сильно, а когда пойдет сильнее, я вот ребятам отдам. Так, заходим. И походу будет... О, бля! Рассматривать, что где. Посмотри, когда купишься. Рейлинг, ну я вообще не понимаю. Балентубер Грейвьярд. В общем, это кладбище. Смотрите, все пронумеровано. Тут написано, кто где лежит. Кстати, я никогда такого не видел. Ты видел такое когда-нибудь? Не, ну здесь, а так, где-нибудь видел? Смотрите, имена и номера пронумеровано. Прикольно. Да, погода не самая. Погода не самая. Да, по кладбищу нечего гулять. Идем посмотрим вот эти домики, про которые ты рассказывал. Ну и как гуляется? Нормальная ирландская погода. Я чувствую себя немножко некомфортно с зонтом. Ну, я чувствую себя комфортно, но просто то, что вы мокнете, я чувствую себя не очень. Туда? Димон, иди, дам зонтик, иди. Ну, что не надо, весь промок. Батя, смотри, на нем капель нет, а по тебе уже стекает. Ну, как пройдет. Ну, смотри, что это. A prayer for John and Mary Ellen. Я здесь ни разу не был. Проезжали много раз, а вот первый раз за 14 лет. Вон даже туалет есть. Но это место туристическое. На парковке были даже парковки расчерчены для автобусов. То есть сюда приезжает довольно много людей. Assumption. Классно. Но папа говорит, они когда были здесь, не было дождя и этого водопада не было. Ресепшн и магазин вот сюда. Pull and turn. Thank you.
Святая Троица. Русская икона, посмотрите. Русская икона на западе Ирландии. В Ирландии радуга – это настолько постоянное явление и обыденное, что на нее внимание особо никто не заостряет даже. Святой Патрик. Слушай, небо такое классное. Смотри, там солнце, а тут черное. Рисовать хорошо, картинописатель. Картинописатель. Пальмах, Мария. Здесь слагают русские старые сказки. Открываются ставни. Лок! Выходят старцы. А тебе не лок! Проходи! Здесь какая-то молебня или что здесь? There is a... Gentleness at the heart of life, that heart is Christ. Смотрите, колодки, пеньки и овечья шкура прибита. Все сухенько, все чистенько. То есть вы можете нормально посидеть здесь, не знаю, помолиться, подумать о своей жизни. И заднице тепло. Интересно, для чего этот домик? Наверное, для этого. Выглядит интересно. Опять дождь начался, сразу же потемнело. Что так выглядит, смотрите, классно, да? Дождь начался. В общем, все. Идем мы назад в машину. Блин, в какую сторону идти лучше? Я думаю, лучше идти туда. Ближе к машине. Какую делать, большую или меньшую? И через день будем помогать вот такого вот сделать. Привет, мы едем в Голуэй на парад Хэллоуин. В этом году парад обещает быть очень крутым. Он каждый год в Голуэй отличный, говорят, это один из лучших в Ирландии. И даже по Европе типа считается зачетным. Поэтому мы едем туда, представление начнется через 10 минут. Но мы не спешим, потому что он будет проходить по всему городу. Мы пойдем туда, в ту точку, где он будет заканчиваться. Ну, должно быть весело, интересно, поэтому оставайтесь, не переключайтесь, поехали. Мы приехали в город Головы, находимся в Солтхилле. Короче, ничего здесь не происходит. Мы, возможно, находимся даже не там, где этот парад будет. Но, по идее, парад должен прийти сюда. Окончательный его пункт назначения, точка. Вообще, можно спросить у людей.
Я думаю, сейчас у кого-нибудь спросим. Будет у прохожих, потому что они должны знать. Но тут нереально пусто, как будто ничего не планируется, правильно? Ничего и не будет, да. Потому что обычно должно скопление народу какое-то быть. Ну что, мы еще сейчас пройдемся. Мы думаем, что возможно будет где-то там, оттуда пойдет. А если нет, тогда придется рулить к центру ближе. Вариантов других нету. Улица пустая, здесь точно ничего не происходит. В общем, мы сказали, что здесь ничего не будет, будет немножко дальше. Начинается он из центра города и походу придет примерно в эту эрию, в эту зону. Но мы не совсем, не до конца уверены, поэтому мы сейчас передвинемся на одной машине куда-нибудь туда. Ну, по карте, которую мы наблюдаем в телефоне, которую они выставили. Все, короче, все в одну машину грузимся и будет это примерно там. Давайте. Мы поместимся. Ну, тут машина, это ж машина джип, кроссовер. Спросили у полицейского, где находится, сказал, короче, мы на правильном пути. Он заканчивается в точке, где мы сейчас находимся, поэтому все ништяково. Надеюсь, что-то хоть увидим, но уже концову. Народу много. Сейчас, короче, выходит, что мы успеваем. Мы встретили его. Успеваем на концову. Народу столько много, вообще не видно, куда они идут. Кто пойдет. Куда эти пойдут, я не знаю. Вообще. Да, они должны быть очень высокими, чтобы мы что-то увидели. Так будут высокие. Да, должны быть гиганты. Да, вот именно. Вот этот громила так реально выглядел. Что, парад заканчивается. Он довольно-таки немного всего там было, но они шли медленно, и поэтому растянулось. Но очень красиво, качественно сделаны все персонажи. Такие устрашающие. Мне очень понравилось. Не зря приехали. Мне тоже. И хорошо, что мы реально мы приехали прямо вовремя. Буквально 10 минут подождали. Самое главное, что Кирилла не взяли, а то бы было конец. Ну, да, на плечах бы сидел. Нет, так он боялся. Нет, ну круто. Так что круто. И народу много. Народу много, вы сами видите. Народу очень много.
Какой у нас план сейчас? Домой? Все, прям домой сразу? Не, Алина говорит, давай по городу походим. Давайте пройдем. Я тут чуть-чуть. Не знаю, может еще погуляем немного по голову, еще не уверены, что делать. Сейчас решим. Тут будет все, я думаю, все бары, все будет сейчас забито. Народу много, все расходятся. И все реально сейчас по барам, как эти. Улицы сейчас, кстати, опустеют. Да-да. Все такое шик-шик, лево-вправо, лево-вправо. И все, и никого не будет. Привез в магазин, они хотят еще что-то подзакупить. В общем, я думаю, на этом можно влог и заканчивать. Ничего интересного уже сегодня не будет. Всем спасибо, всем пока.